Слава Короленков, как художник, к какому направлению вы себя причисляете? Это у вас в основном поп-арт? Даже не знаю, что это такое. Мне абсолютно все равно. Это для искусствоведов вопрос. Для тех, кто раскладывает по жанрам, по полочкам. А я пишу, я же художник. Даже не знаю. Ну, придумайте, как вам нравится. Нравится вам этот поп-арт? Ну, хорошо. Я согласен на любой арт, лишь бы был арт. Друзья, напомню вам про скидку в 50% на все мои уроки в моей онлайн-школе. Заходите, смотрите анонсы и пользуйтесь моментом. А также приглашаю в Армению на класс с 1 по 8 октября и в Италию на озеро Гарда. Присоединяйтесь. В красивом месте и рисовать приятно, и учиться тем более. Софья Демская однажды великого акварелиста Игоря Мосейчука спросили, где находится центр композиции, на что он ответил: центр композиции находится там, где вы его сами захотите увидеть. Оно и так, и не так. Ну хорошо, допустим, вот вы видите кадр, и вы смотрите, ну, в глаза, да? Вот я буду вот отсюда вещать. Но вы же не перестанете смотреть в глаза, правда? То есть вы не сможете... Вот это центр в данный момент композиции. А не там где-то. Или где-то здесь. Как бы вы ни хотели, вы, например, смотрите туда, но вы все равно придете сюда, потому что здесь что-то важное. Так вот это важное нужно где-то поместить в картине. Или бы здесь, либо... Ну, короче, главное, его нужно создать. И нужно притянуть внимание зрителя в это место. Как это здесь достигается? Очень просто. Даже если это для вас не очень важно, этот момент, но заметьте, вот я переместился, там не резко, там условно. Хорошо, в картине может быть везде у вас резко, но сделайте это условно, более условно. Меньше деталей пропишите. Найдите способ, как к главному подвести зрителя. Значит, больше прописать. Даже в многофигурных композициях, например, у Корнелио Баба, посмотрите, главный персонаж, он больше детализован, а остальные второстепенно менее. Ну вот, условность в помощь. Ради Мир, художник-дизайнер, Израиль, Тель-Авив. Слава, она не странная, речь об этой картине, пропущенный на звонок называется. Это ты стал странным. А почему стал? Я таким и был. У тебя что-то поехало. Тебе это не кажется? Мне стыдно за тебя. А тебе? Мне не стыдно. Представляете? Лучше бы тебе вообще ее не заканчивать. То есть это как? Но каждый по-своему сходит с ума. 4 восклицательных знака. Жалко человека. 7 восклицательных знаков. Плюс хороший был. Слава, а может тебе к психиатру обратиться все-таки? Даже не к психологу, да? А к психиатру. То есть я должен что ему сказать психиатру? Что я сексуален, а вот те люди, которым не нравится моя сексуальность, они нормальные, а я ненормальный, да? А что, чем поможет мне психиатр Радимир? Ну чем? Вот что он может мне сказать? Предложит, например, раскопиться. Но все равно же мысли об этом не исчезнут. От психиатра, Радимир, к которому я, конечно же, хожу по вашей просьбе, ну, прямо по коридору налево, последний кабинет, он мне сказал, что запомни, Слава, Вячеслав он меня называет, что бы человек ни говорил, он говорит о себе. Елена Пухирева, как вы считаете, нормально ли, если в уже не юном возрасте пытаться поступить в серьезный питерский художественный вуз, изучать живопись? Учатся ли там студенты такие? Учатся. И возьмут ли в таком возрасте? Думаю, что да, вы можете позвонить в академию. Я рекомендую, конечно же, Репинку. Если да, в какой посоветуете? Посоветовал. Поняла, что самостоятельно не могу отточить рисунок и те навыки, которых мне очень не хватает. А после переезда у меня появится море времени для этого.
сейчас вот решила посещать художественную школу, где дочка учится. Очень хорошо. Ходит еще одна родительница, конечно, в другую группу, отдельно от своих детей. Прекрасно. Лен, ну надо готовить работы. Вы позвоните туда, узнайте, что вам в академии нужно для поступления. И, ну, я был не так давно в мастерской Юрия Калюты и видел там, ну, платников, да, платных студентов, которые на доп. Образовании вместе со всеми также в мастерской работают. Те же постановки, сложность такая же. И они так подтягиваются. Главное, что вы будете в группе, в среде, каждый день рисовать, рисовать и писать. Я только за. В любом возрасте можно поступать, мне кажется, в академию. Они же зарабатывают так. На пленэре, на мой взгляд, неудобно работать в ограниченной палитре. Да, и если есть возможность, зачем себя ограничить? Вы знаете, я пришел к выводу, что не нужно писать в лоб. На пленэре это не на пленэре. Вот ты видишь, например, зеленый. Ну, не обязательно писать прям зеленый. Ты сочиняешь картину целиком или этюд целиком. Ты подходишь к нему, ну, я не знаю, предварительно. Возьмите там книжечку, полистайте любимого художника. Вы... Причем хорошо, когда есть мотив, который он пишет, ну, фото, да, и то, что он из него там сочиняет. Вы увидите, что это сочинено, там нет вот таких лобовых решений, прямолинейных прямых решений. Там все сложно. И чем сложнее вот эта вот мозаика взаимоотношений, тем интереснее. Вы просто берете какой-то цвет, который вам сейчас интересно попробовать, вот насмотревшись, и следуя как бы, ну, по пятам за этим любимым художником, вы берете цвет и к нему подстраиваетесь вот какими-то неожиданными решениями, неожиданными сочетаниями, пользуясь, конечно, ну, базисом, это фундамент, это тональные отношения. А цвета сочиняйте приблизительно, помня о том, что где-то вам нужно, прям заранее посмотрите, мотив, так, где я поставлю самый вот жирный акцент, к чему я привлеку внимание, ради чего я все это хочу сделать. Не ради того, чтобы все переписать, ну нет смысла никакого, все отразить, нет. Нужно сочинить произведение. Так что ограниченная палитра будет, неограниченная, это абсолютно не важно. Главное, вот этот посыл, что вы приблизительно движетесь, сочиняя решение. Так, еще одна, значит, тема, та же почти сегодня. Ну, разом, да, она бесконечная. Гоги. Я вижу образ падшей женщины. Нет целомудрия. И об этом кричат черный бюстгальтер, трусики. Так, разглядел трусики. Красный пеньюар. Я даже слова такого не знаю. Ну, да, обнаженная нога. И алкоголь. Наверное, я не могу правильно читать, написано в кавычках, художественный язык картины, так как не развил свои вкусы. Ну, такой намек, что он развил, а я совсем не развил. Ну, ладно. А вы что под этими аксессуарами подразумевали? Ведь на картине каждая деталь о чем-то говорит. Да я просто увидел такую красоту, вот эти горы на заднем плане. Это был японский ресторан. Я попросил, ну, в Гурзуфе. Я попросил возможности пописать. Здесь мне разрешили. И девушка в красном, и шляпа. Меня интересует цвет. И как это все и заиграло. Цветовая гамма на фоне вот этих холодных гор. Такой начинающийся вечер. Вот впечатляет цвет. Но у кого что? Кто на что смотрит? Кто на ногу, кто на трусики, кто на пеньюар, алкоголь и черный, перечисленный бюстгальтер. Я же смотрел на какой-то современный яркий образ, который меня, естественно, заводит. Короче говоря, Гоги, я просто увидел красоту. Красоту девушки в красном, в трусиках она без трусиков. Я увидел красоту и на фоне вот удивительного пейзажа. Все. Но я, видимо, тоже не умею там читать что-то. Я создаю, а вы читаете. Вот в этом разница, видимо. Ну, читайте как вам угодно, Господи. Я написал, я показал. А вы можете вообще пройти мимо. Это совершенно нормально. У нас в коридоре, в нашей палате, ну, не палате, а вот в корпусе, повешены очень правильные картины. Ну, погуляйте, посмотрите там. Что здесь-то? Ну, здесь очень все безобразно. Так что даже
Может быть, заходить сюда не надо. Друзья, у нас завтра прямой эфир состоится в 20 часов по Москве. Так что приходите, не опаздывайте. Ну, давно не проводил, много вопросов, поговорим, вместе пообщаемся, вот прям тет-а-тет. Предлагаю вам посмотреть еще одно кино после этого. Работа над композицией. Не забудьте про лайки, комментарии и, конечно же, подписывайтесь на канал. Но пока.